Всем приветики. Купила себе такой внешний жесткий диск. Сегодня он ко мне приехал. А то мой уже начинает плохо работать, и я решил про запас взять. Это получается Transcend, Storage DOS 5H3, 2 терабайта. Там есть разные варианты. 1, 2, 3, 4. Как бы он в прорезиненном таком корпусе. Правда, коробка вся зацарапанная, дать валялась много где. Это не очень хорошо, как бы для жесткого диска. Он же не любит всякой тряски. Защита файлов, одно нажатие для бэкапа, USB Type-A. Это я не знаю, что такое. Как бы вот здесь уже все поцарапано. Ну, такой неприятный момент, конечно. То, что вся коробка такая сбитая. Но здесь он будет работать хорошо. Его изготовили даже недавно. Сейчас получается 11 месяц, 7. То есть 8, 9, 10, 11. 4 месяца назад его только изготовили в Тайване. Так, Portable. Что есть еще? Где есть русский? Для более детальной информации о продукции перейти по ссылке. Вот такой вот жесткий диск. Здесь такая вот вся информация. Так. Здесь Google Диск нарисован. Dropbox. Бесплатная программное обеспечение Transcend Elite для управления файлами, бэкапа и защиты. Так то хорошо, если так. Если бесплатная, элитная. Гарантия 3 года, ого. Ограниченная гарантия 3 года. То есть, а у меня в чек-листе написано, что гарантия в соответствии с гарантией производителя. Ну, то есть, магазин дает гарантию в соответствии с гарантией производителя. То есть, тоже 3 года дают. Так, ну что ж, открываем. На коробочка. Внутри больше ничего нет. Так, здесь у нас такая вот крышка пластиковая. Здесь жесткий диск лежит. Вот он. Под ним еще что-то лежит. Ладно. Аккуратненько достаем. Так. Здесь кабель, вот он. Синяя, значит, 3.0. И здесь тоже, видимо. Ну, это, видимо, Type-A, как они пишут. Где там было? Type-A. Вот, кабель. То есть кабель есть, но он коротенький. Мне кажется, вообще коротенький. Если его открыть, то, я думаю, он будет вообще короткий. Так, сейчас мы его откроем. Поставлю на паузу. Ну вот, в общем, я его снял, эти штучки. В общем, он коротенький. То есть примерно. Ну, где-то сантиметров 50, я думаю. Ну, может, 40. Ну, где-то 45-50 сантиметров. 40-50 сантиметров. Короче, очень коротенький. Так. Инструкция по быстрой установке. Здесь ничего не понятно. Здесь тоже ничего не понятно. Так, русский. А где русский? А, здесь еще разворачивается. Техническая поддержка, гарантия. Ага, здесь просто пишут. Так, все понятно. Там просто расписывается. И здесь установка, типа, просто подключаешь к какому-то устройству. Так, здесь что?
А здесь реклама, видимо, их модулей, какие вообще имеются, что-то такое, трансцента, да? Ну да. Короче, не очень. Просто какая-то рекламка. Ненужная нам здесь тоже, видимо, что-то такое. А что это такое? У них даже есть, типа, камеры какие-то. Интересно, Drive Pro Body. Камера такая. Ну, интересно, то ли так, если такая камера есть. Ну, короче, рекламка еще какого-то товара, который у них есть. Ну и вот, собственно, сам жесткий диск. Это резиновая, прорезиненная поверхность. И трогаешь прям так аж приятно. Здесь какие-то крестики такие. Ну, на ощупь приятные. Там что-то написано. Нет, не так. Вот так. Серийный номер, модель. Напряжение входящее. Так, по бокам что? Тоже такие, ну, в общем, все прорезиненное. Со всех сторон. И на ощупь очень приятное, как бы, что снизу, что сверху еще приятнее по бокам. Ну, вон видно корпус. Он пластмассовый корпус. То есть, жесткий диск стоит в пластмассовом корпусе, а пластмассовый корпус засунут в резиновый чехол такой. Ну, то есть, все удобно. И вот эта кнопочка, видимо, включается. Все, здесь больше ничего нет. Подключаешь сюда USB-провод, вставляешь в ПК и... А кнопка не знаю для чего. Может быть, для резервного копирования, типа, нажал, и все пошло. Ну, потому что такой инструкции здесь нет. Здесь единственное, что написано, что для более детальной информации зайдите сюда. То есть, кому интересно, могут зайти сюда на страницу, ввести, видимо, название и модель товара, вот Transcend, Portable Hard Drive Storage, ну, и там уже почитать, для чего там какие кнопки, что-то же есть. Потому что здесь ничего нету, здесь как бы одна реклама, вторая реклама, и здесь просто как подключить, и все. Вот. Ну и все, больше так-то ничего здесь и нет. Тут такая вот распаковочка. Ну а тестировать буду потом попозже. Это просто распаковочка была с тем, что вообще... Как он вообще выглядит и что идет в комплекте. Вот. Ну а на этом все. Всем покедова.